Ну, короче, в одном и том же городе жил скромный учитель химии Николай со своей верной женой Машей и криминальный авторитет Сергей со своей ветреной подругой Викой и двумя телохранителями. И так и жили бы они параллельной жизнью, если бы однажды не встретились на перекрестке и не узнали, что похожи друг на друга, как две капли воды. Ну, стали они выяснять, что за чудо такое. Но не выяснили. А пока криминальный авторитет отправил учителя вместо себя на стрелку. Ну, в смысле, на встречу со своими деловыми партнерами. А те дураки никакой подмены не заметили. Представляете? Нет, ну надо же! А дальше больше. Скромный учитель тоже не растерялся и попросил авторитета помочь ему отремонтировать автомобиль. Ну, тот и отправил его к своему автомеханику. А автомеханик тоже ничего не заметил и всерьез взялся ремонтировать Запорожец. Вы представляете? А я пока нет. Сейчас увидим, что у него получилось. Смотрим пятую серию. С добрым утром. Здравствуйте. Я думаю, что я слишком рано. Нет. Что вы? Все давно готово. Правда? А где? Нам показалось, что вы бы не захотели, чтобы ваша машина мозолила глаза посторонним. Прошу. Ух ты! Вам нравится? Не то слово. Полировочка, теплон, окрасочка самая модненькая. Ну и там по мелочам, все как полагается. Это, наверное, дорого стоит. В принципе, этого можно было и не делать. Я тебе что говорил? Посоветуйся с клиентом. Если надо, он за час ее ошкурит все обратно. Будет как с помойки. Ну, что вы, я не в этом смысле. А как насчет глушителя? Это моя гордость. Сам делал. Взгляните. Вы что, старый оставили? Боже упаси, навьё. А чё такой ржавый? 2 часа в кислоте держали. И вот вам результат. Внешне труба трубой, а внутри Феррари. Глушитель Феррари? Мамой клянусь, исходовой все в полном порядке. Жаловаться не будете. 200 не обещаю, но 160 на трассе выжмите без вопросов. 160? Представляю себе, чего мне это будет стоить. Мы же с вами обо всем договорились. Сергей Прохорович, мы вернемся к этому вопросу в любое удобное для вас время. Так я и знал. Все-таки Сергей. Я же вам говорил вчера, я не Сергей. Простите, ради бога, я думал... Я не Сергей. Можете вы это понять? Меня зовут... Николай Герасимович, вы говорили. Вот, видите, ваш сотрудник понимает. Нет, я тоже понимаю, все понимаю. Больше не повторится. Вы действительно поняли или притворяетесь? Конечно, понял. Вы не Сергей. Вы Николай Герасимович. Ну, слава богу. И если кто-нибудь спросит, мы именно так и будем говорить. Кто спросит? Кто угодно. Кто бы ни спросил, вы для нас Николай Герасимович. Все ясно. Придется разбираться. С нами? Да вы тут ни при чем. Ладно, я могу ехать. Конечно, конечно. Максим, выведи. Секунду. Зачем вы? Я сам. Что вы. Он выведет ее вам за ворота. И еще. Николай Герасимович, у вас там теперь... автомат, но вы к нему быстро привыкнете. Вы что, с ума сошли? Зачем мне автомат? Не хватало еще криминала. Заберите его немедленно. Николай Герасимович, никакого криминала. Коробка чистая, прямо из магазина. Сам брал. От Смарта. От кого? Я сначала от Мерса взять хотел, так она сюда не лезет, зараза. Только от Смарта и подошла. Кто? Коробка. А в коробке что? В каком смысле? Понял. Там 5 положений. Вперед, назад, нейтралка и еще 2 для езды в особых условиях. Ну, там просто вы разберетесь. Нужно перевести с латинского «не» – «наехать» на латинское «фе». Это от русского «вперед». Вперед? Бред какой-то. Компьютер, конечно, не супер. Что? Какой еще компьютер? Наш, но неплохой. Военные технологии. Ребята с оборонки его клепают. Они его с какого-то танка сняли, ну, там немного довели до ума. Господи. Если что, вы сразу к нам, а не по правилам. Здравствуйте. Здрасте. Ну, Машенька, не жалеете вы нас, старух. Так и норовите на тот свет отправить. Да уж. Ну, в чем дело, Пелагея Петровна? Чем мы вам опять не угодили? Как это чем? Она еще спрашивает. Я уже год. Каждое утро встаю ровно в 8 часов, когда твой Николай машину прогревает. Погрохочет и уедет. Я жалобу в жилконтору напишу и снова засыпаю. А тут тишина. Час лежу, другой. Думаю, что такое? Не заболел ли Колька?
подошла к окну, смотрю, а он уехал. Ой, господи, боже мой, тишина как в могиле, так глаз и не сомкнула, вообще не выспалась. А вы, Марья Ивановна, тоже не спали? Хуже. Я когда утром грохот не услышала, все думаю, концы отдала, так напугалась. А потом Витька на улице материться стал, сразу у меня на сердце отлегло. Так больше не делайте. Хорошо. Мы магнитолу купим и будем по утрам рэп гонять. Вот правильно, все как у людей, а то тихориться начали. Не делай это! Ни хрена себе наворотили. Да. Ну ладно, поехали. Педали! Педали нету! Педали нету! Ой, как его? Валера! Валера! Ушел. Что же делать, а? Одна педаль есть, вторая есть, третья нету. Где сцепление? А это что такое, а? Что это такое, а? Что это? А! Понял. Вот про какой автомат. Вот про какой автомат они говорили. Все. Все, Николай Герасимович, попал. Господи, лучше бы я вчера разбился. Мне ж теперь всю жизнь на это богатство вкалывать. Хотя, с другой стороны, я же ничего этого не просил. Хотя, как не просил? Сам сказал, сделайте мне так, чтобы мог ездить без проблем. Вот они и сделали, без проблем. Как Сергею. А? Ладно. Ладно. Как это все едет будет, а? Как это все заводится? А, он же мне говорил. Сейчас. Так. Где оно? Вот. Мэ ехать. Опа. Фэ. Вперед. Бред какой-то. Ладно. Попробуем. С Богом. Ну, поехали. Опа. Ничего себе приемчик, а? Вот это да. Где? Мастерской. Сказать хозяину про компьютер? Ну, сам ему и скажи. Кому? Профессору. Сергей Прохорович, возьмите трубку. Кто еще? Это чудики из мастерской. На телефоне. Я говорю. Не узнаешь ты? У меня запор. Вы там что все, бензин нанюхались? Запорожец. Так по-русски говорить надо. Ну, мой. Да. Когда ехали? С ветерком. Ну, что сказать хотел? Да ничего, все в порядке. Ну, бывай. Ну. Досталось пацанам. Слышь, профессор-то уже дома. Не может быть. Да в натуре. Ты мне лучше скажи, ты ему чего на запор-то за двигатель поставил? Ну, тот, который в автер-КБ через проходной вынес. Это что, от МиГ-29? Слушай, у него же могли права отобрать. Хуже. Сбить могли, когда над Смольным пролетал. Ну что там карты говорят, Сергей Прохорович? Карты говорят, что ты ешь сегодня четвертую пайку. Сергей Прохорович. Ладно, садись, сыграем партийку. Во что? Преферанс. Да ну, тупая игра. Ну а во что тогда? Ну, в очко. Ну давай. А на что, на деньги? Нафига мне деньги? Ну давай на интерес. На интерес? А на какой? Тот, кто первый проиграет 10 партий, меняет завтра штуку баков на казахские тенге. Ее дает тому, кто выиграл. А тот, кто выиграл, смотрит, как проигравший меняет штуку баков на казахские тенге. Идет. Сергей Прохорович, не пойдет. Давайте новую колоду. Нет проблем. Возьми там на столике.
Кто банкует? Я? Только я, Сергей Прохорович, буду следить. Естественно. Снимай. Очко. Повезло. Посмотрим мои. О, тоже повезло. В пользу банка. Сергей Прохорович, а вы по-честному? Вован, я тебя когда-нибудь обманывал? Да тысячу раз. Но не в карты. Карта — это святое. Сергей Прохорович, а как вы мешали? Опять очко. Действительно мешал плохо. В пользу банка. Что-то я сомневаюсь. Не сомневайся, сейчас выиграешь. Выиграть-то я, может быть, и выиграю. Ну? Выиграешь? Ну, теперь я точно сомневаюсь. И это еще не предел. Слушай, а ты откуда колоду брал? Справа. А надо было слева. Сергей Прохорович, за вами раньше не замечала. Говорили, святое. За такую колоду могут и канделябром. Ну, каким канделябром? Это специально для Вики колода. Ей так считать проще. Класс. Вот это класс. Это что такое? Ну-ка. Виноват. С этими наворотами в аварию попадешь. Здравствуйте. Бортовой компьютер Т-80 приветствует вас. Начинаю проверку основных систем. Система зажигания в порядке. Спасибо, и на том. Для проверки системы торможения нажмите на педаль. Эффективность системы торможения максимальная. Хорошо. Ну что ты ерзаешь по дороге, урод? Сам ты урод, козел, баран, недоумок. Вали отсюда, пока по хлебальнику не схлопотал. Что там у тебя? Не беспокойтесь, военные технологии. Система голосовой реакции загружена. Уже понял. Топливная система проверена. Угол сноса башни оптимальный. Вряд ли, между прочим, башня меня уже снесло. Система прицеливания активизирована. Что там? Какого прицеливания? Джеймса Бонда рассмотрели, что ли? Включаю систему распознавания свой-чужой. Прошу произнести короткую фразу. Да пошел ты в задницу. Кодовая фраза-пароль внесена в память. Аккуратней с ним надо. Если вы хотите воспользоваться кондиционером, нажмите соседнюю клавишу. Упасть не встать. Тут еще и кондиционер есть. Куда жать-то? Сюда, что ли? Остановите перечисление на необходимую вам температуре воздуха в салоне. Выбранная температура будет достигнута в течение 10 секунд. 10 градусов Цельсия. 20 градусов Цельсия. Все, хватит, хватит. 30 градусов Цельсия. Хватит. 40 градусов Цельсия. Хватит, хватит. Они тут что? Вместо кондиционера что, гриль сюда вставили, что ли? 70 градусов Цельсия. Как это выключается-то, а? 80 градусов Цельсия. Как выключается-то у них? 90 градусов Цельсия. 100 градусов Цельсия. Все. По-моему, здесь вообще лучше ни к чему не прикасаться. Сиди, сиди. Что ты смотришь? Поле чудес. С ума сошел, что ли? Сколько можно? Не скажите, Сергей Прохорович. Прикольный народ бывает. В прошлый раз один мужик из Воркуты в суперигре в Москве квартиру выиграл. Подумаешь. А как выиграл, у Аркадьевича спрашивает. А можно, говорит, я своим сослуживцам в Воркуте привет передам? Ну, передал. Ага. В гробу, говорит, я вас видел теперь с вашей Воркутой. Ловко. Какое слово отгадывают? Слово из трех букв. Иди ты. Отвечаю. Так? Не-не, эту букву они уже проверяли. Так а что за слово-то? Царь зверей. Царь зверей. Ну и как успехи? По пятому разу крутят. Неужто слово не могут назвать? Да не, не в этом дело. Вот мужик с правой стороны говорит, слово назвать могу, знать бы только какое. Класс. И кто он по профессии? Учитель. Учителей не знает. Но он же не по биологии, он историк. А тетка, что сейчас, ход пропустила? Не, она больше букв не знает, думает пока. Погоди, погоди. А что он назвал-то? Фе. Фе? Нет такой буквы. К.
Как нет? У меня записано, после «у» стоит. В этом слове нет. Странно. А я думал, это лев. Ага. Лев, лев и есть. А почему Аркадьич говорит неправильно? Вован, я тебя помру. У льва что на конце? Кисточка. Какая кисточка? Последняя буква в слове какая? Ну, Ф. Лев же. В, а не Ф. Чё, правда? Вован, а у тебя по-русскому в школе чё было на экзамене? Три. Три? Не врёшь? Не вру. Три раза сдавал, всё без того. Бога, чё делает-то, а? Спокойно, спокойно. Прижми его к обочине. Ну не сбрасывай ты! Ну не сбрасывай, еще чуть-чуть вон из него поршни посыпятся. Я не понял, ты что, сломался, а? Да какой 110, 170 давлю! Ну так дави еще! Давлю! Еще давни! Еще! Я тебе за что бабки плачу! Опаньки! Ты чего? Смотрю, чтоб рядом никого из знакомых не было. А то нам не жить. Да смеют же! Крутой, что ли? Да, до этих наворотов иногда и пользу бывает. На расстоянии 300 метров прямо по курсу обнаружен мусоровоз. Кто? До цели 200 метров. 150. Не понял? 100. Время принятия решения. Так, это вот не кстати. Цель обнаружена. Юрий Павлович, а 10 баксов в рублях это сколько будет? В рублях? Сейчас. Сейчас. 318. Я гляжу, у вас мобила новая. Ага. Вчера взял. Nokia? Нет, спецзаказ. У нас один умелец, раньше на оборонке работал. Так вот, деталей много осталось, он и клепает. Можно посмотреть? А? А пуск это что такое? Где? Да вот, красная кнопка. Включение. Я ж тебе говорю, детали-то, которые он из своего ящика понатырил, ну, из тех и собирал. Есть одно неудобство. Когда включаешь, сначала обратный отсчет начинается. Зато батарейка атомная, 50 лет без подзарядки. Вообще, если звонить не надо, на нем можно чайник вскипятить. Только переходничок нужен. Круто. Еще бы. Два языка. Русский и новый русский. Новый русский? Но... Что, и можно сообщение на новом русском послать? Не-не, на новом русском он зараза только отвечает. А мелодий много? Мелодий вообще нет. А как же... Сирена или голосовой вызов. Зато связь супер. Куда хочешь, откуда хочешь. Да. А подключен он у вас к чему? GSM, МТС? ФСБ. ФСБ. А то. Знаешь, какая у них зона охвата? Хоть в сортире достанет, хоть где. И когда на самоокупаемость перевели, они коммерческие отделы организовали. Так теперь можно с Америкой без роуминга разговаривать. У них все равно единая сеть. А если проблемы какие, они через центр стратегического командования подключают. Тебе все равно делать нечего-то. А так хоть какая-то копейка капает. А тариф? По выходным доллар в минуту. Доллар? Серьезно? Ну а как же? В выходной должен там кто-то сидеть. Зато по рабочим дням вообще бесплатно. Гражданин замученный, откройте. О, видал? Голосовой вызов. Да? Гражданин замученный, откройте. Цель в зоне прямой видимости. Выберите один из вариантов решения. А. Увеличить скорость. Б. Остановиться. В. Развернуться. Г. Открыть огонь. Что? Ты что? Ты что? Какой огонь? Боже упаси, какой огонь? Подожди, а? Команда А принята. Не А. Блокировка скорости отключена. Не А, понимаешь? Не А, я сказал Б. Б, я сказал! Все. Вот теперь, кажется, попал. Господи, как же ты отключаешься, а? Как же тебя отключить? Выключись, а как ты отключаешься, а? Это что ли? Система компьютерного контроля движения отключена. Слава тебе, Господи. Инспектор Овчаренко. Здравствуйте. Вы когда-нибудь спонсора ГИБДД видели? Нет.
А я вот сейчас вижу. Еще и старый знакомый. Сначала, значит, иномарки обижаем. Теперь неповиновение органам. Ну что, какое неповиновение? Это все бортовой компьютер. Или я его не понял, или он меня... Кто? Компьютер. Бортовой. Компьютер, значит? Да. По-моему, вы мне не верите. Нет, ну почему? Это я удачно встал. У меня вот тоже с собой компьютер. А ну-ка, дыхните. Ну что, я совершенно трезв, я вообще не пью. Я понимаю, вы дышите, дышите. Признайтесь честно, антиполицай? Я же вам говорю, вообще спиртного не употребляю. Так, ну-ка встаньте прямо, закройте глаза. Теперь пальцем правой руки дотроньтесь до носа. До своего носа. А, извините. Что ж, действительно не пили? Я же вам говорю. Тогда что, наркотики? Обкурились? Что? Какие наркотики? А что вы мне тут заправляете про компьютер? Да это чистая правда. Компьютер вот на этой машине? Конечно. Я вам сейчас все объясню. Мой приятель с иномарки, да вы его знаете, познакомил меня с мастером. Я хотел только глушитель поменять, а они мне туда такого напихали. Сейчас я вам все покажу. Ну, слышали? Назовите кодовую фразу. А, забыл. Что ж там за фраза-то? А, вспомнил. Ну? Пошел ты в задницу. Что? Это вы мне? Это кодовая фраза. Кодовая? А ну-ка руки на машину. Здравствуйте. Бортовой компьютер Т-80 приветствует вас. Начинаю проверку основных систем. Система зажигания в порядке. Ну, что я вам говорил? Топливная система проверена. Угол сноса башни оптимальный. Это башню они с танка сняли. Не все еще до ума довели. Да вы дальше послушайте. Дальше еще круче будет. В 10 метрах по курсу обнаружен мусоровоз. Ой. Ну все понятно. Ясно, да? Это кто сейчас говорил? Компьютер. Я же вам объяснил. Компьютер? Понятно. А ну-ка откройте багажник. Зачем? Откройте багажник. Твою мать! Мать твою! Полноприводной. 4х4. Так, а ну-ка документы. Пожалуйста. Вы извините, ради бога, я только что из ремонта, еще номер не успел перерегистрировать. Номер двигателя совпадает. Правда? Смотрите сами. Действительно. Ну, аптечка-то есть. Сейчас посмотрим. Есть! Мать твою! Ладно, вижу, уберите. С удовольствием. Третий слушает. А, это ты, Галян. Ну что, как там у тебя? Ничего, да, глухо. У меня тоже. А ты на радар не пробовал? Не берет. Не, сюда не приезжай. Тут одному нечего ловить. Я думал, к вечеру разойдутся. Ничего. Спят они, что ли? Слушай, знаешь, давай завтра с утречка махнем на Выборгское. Там, говорят, перед утренней зорькой прут одна за другой. Не успеваешь выдергивать. Ну ладно, до связи. Так. Лотерейные билеты брать будем? А, да, конечно. А какие? А вам не все равно? В принципе, вы правы. Так. Погоди, а можно не все? 10 штук возьмете? Да. Сколько я вам должен? 300 рублей. Хорошо. Простите, один билет сколько стоит? 10 рублей. Тогда ведь получается, что вообще СУЗ... Да, правильно, 300 рублей. Держите. Простите, а розыгрыш-то когда? А, понял, уже состоялся.